Привет! Ромашки! В этой программе я сегодня хотел бы съебать заявление. Я устал ходить в магазин. Поэтому я ухожу. Здравствуйте, я Никита. Вот пришел на рынок, потому что есть охота. Поэтому я себе выберу что-нибудь посущественнее. Жизнь мне что-нибудь несущественнее. День добрый. Вот, это как называется? Вот, рад. Нужно взять килограмм. Нам нужна Бля! Пиздец! Нам нужна рыба. Баба. Усатые киты, суки и самые крупные животные в океане. Вот я вспомнил, нужна рыба. Волгоград. Ну что, и это рыба с рынка, есть рыба, добыта явно есть. По-моему, все. Я не знаю, что... Я вспомнил. Осталось... Цветы. Добрый день! Подмосковные цветы разного цвета или разного цвета или разной длины или разного цвета или цвета у вас есть? Только вот. Нет, это не то. Это не то. Никита был с вами. Я вас ненавижу. Нет, это еще не все. Привет! Здравствуйте! Сегодня... мы будем покупать разные вкусные вкусности, что можно покушать в горьком одиночестве. Потому что кушать я люблю одно. Ну что ж... Поехали, начнем мы, наверное,
Наверное, собственно, начнем с молочного. Злаки. Одну бутылочку взять. Сук от казак. Молоко отборное. Я возьму одну бутылочку. Мы бережем свое здоровье. Едим то, что... Сладкие сырки. Сладкий сыр можно взять. Но я не очень... Чтобы еще для себя взять... Я возьму пиво. Рыбкой я люблю в одиночестве. Под телевизор бухать и кушать. Поскольку я живу одна, я занимаюсь этим постоянно. Пиво. Чая. О, шампанское. Попробуем. Какое-то... Да. Конечно же, у меня дома должны быть конфетки какие-то. Пиво вкусное. Вот эти. Не, иди, все. Не вынимается. Что ж такое-то? Я купила все, а с вами прощаюсь. До встреч, до возможно новых встреч. И помните, хоть не случается. Пока. О, привет. Меня зовут Ракова, а вы смотрите программу «Звезда Фу». Мы встретились здесь повсюду с вами по случаю того, что я собираюсь поехать на дачу со своим около 10 человек, встретить выходные по и Все. Иди нахуй! Все. Все, я устал. Надо шевелиться! Лаваш.
слово ложь. Алкоголь, шоколад, соусы. Такой ассортимент, на самом деле. Ох-то, можно ехать на кассу. Надо шашлик. Какой застолье без шашлика? Шучок готов уже. Спасибо. На этом все. Пока. Здравствуйте, с вами я, а я Сергей Звеев. Суперзвезда, фэшн-звезда, супер-супер-супер, фэшн-король, король-король. Вот сейчас буду выбирать в этом замечательном магазинчике. Выбирать какие-то продукты, может быть, продукты, может быть, гламур. Есть продукт. На обед или ужин, неважно. Сейчас буду выбирать, буду выбирать что-то вкусное, свежее. Из йогуртов я люблю йогурт. Йогурт, 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 йогурт. На коробочке два лосося. Так, это не он. Это не он. Так, это не он. Так. Это не он. Я вообще кофе люблю, но я кофе терпеть не могу. Пока мне приготовят кофе, я вам расскажу немного о себе. Я люблю музыку. Все. Так, это не надо купить сыр. Я Мацдам. Терпеть не могу. Вот это му и ем. Здравствуйте. У вас есть Мацдам? Здравствуйте. Сладкий Мацдам. Можно? А, вот, ну, Мацдам президент. Можно? Так, вот у меня, пожалуйста. Это у меня, пожалуйста. Сыр Мацдам, пожалуйста. Я... Добрый день, с вами в эфире новости. Сегодня в магазине нашего города обнаружили мертвое тело мужчины. Этим мужчиной оказался Сергей Звевс. По результатам экспертизы выяснилось, что суперфэшн-звезда умерла от того, что сильно нюхнула вонючий сыр Маздам президент. Следствие пыталось узнать у работников, как такой опасный продукт попал на их полки. Но все, что удалось им получить, это небольшое интервью с одним из работников. Да что вы пристали с этим сыром? Узнав о смерти суперзвезды, несколько детей решили организовать ему похороны. Мария, ласки пелла пан с тобо, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота твоего Иезу. Свята Мария, ласки пелла пан с тобо, благословенна ты между невестами. Так. Ну и поздняя.